Строительство школы на 1150 мест стартовало в жилом комплексе «Южная Битца». Здание учебного заведения переменной этажности будет возведено на Южном бульваре. Напомним, что к 1 сентября 2024 года в микрорайоне уже планируется открытие школы на 1550 мест. Но застройщик не останавливается на достигнутом. И вот уже начались активные работы над возведением нового учебного заведения. Спешка связана, конечно, с продолжительностью строительства. Через 20 месяцев мы хотим ввести ее в эксплуатацию. Как раз к вводу новых домов в эксплуатацию люди получат еще одну комфортабельную школу на 1150 мест. Кроме учебных классов, лаборантских, универсальных кабинетов в школе будут спортивные, обеденные и актовые залы. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, когда будут возведены окружающие его дома. Сейчас строительство школы находится на этапе разработки котлована. К основной части возведения строительных конструкций мы приступим через месяц. Это уже пойдут вертикальные конструкции на земной части. Планируется, что вся социальная инфраструктура микрорайона «Южная Битца» будет включать в себя 4 детских сада, 2 школы и поликлинику.